We play against a good team. This is definitely. They lost against Maccabi and they lost badly. So they're looking forward to have a bounce pass, bounce back. But this is their issue. We need to play better, and we know the difficulties we have to face over there. Barcelona is a team that has everything: talent, size, motivation, home court advantage, and everything on this game. But we know the difficulties. But we are also very focused on going over there and give our fights. It's going to be a tough game, but we're going to give a big fight. Очень хорошая команда, агрессивная, плюс они играют дома. И в прошлом году мы им уступили с достаточно крупной разницей, и поэтому тоже держим эту мысль в голове, что дома они играют намного лучше, чем на выезде. И то, что в первом матче мы обыграли их с разницей в 20 очков, об этом нужно забыть. Мы проанализировали игру соперника. Понятно, что главная угроза идет от Эртеля и Панкаса, да, которые создают много для своих партнеров. Также у них есть на каждой позиции Синглтон и Томич, то есть игроки, которые отлично играют в нападении и в защите. И Адам Ханга, который лучший защищающийся прошлого сезона. Но мы расставили приоритеты, знаем их сильные и слабые стороны и хотим реабилитироваться после нашего поражение в рамках внутреннего чемпионата против «Зенита» и показать всем свой уровень.